Рабочая неделя в администрации района началась с планерного совещания. Участие в нем приняли первый заместитель главы района Руслан Имыков, начальники отделов, ведущие специалисты и СМИ. Вел совещание глава района Заур Хамирзов. Первое, на что обратил внимание присутствующих руководителей муниципалитета, это участие и реализация национальных проектов, а также X-матрица, так как эффективность работы каждого муниципального образования будет рассчитываться по этим важным показателям. В ходе совещания была затронута тема диспансеризации. В этом году ее должны пройти более 4000 человек. Пока никаких проблем с этим нет. Также, что касается демографической обстановки, глава района предложил выдавать свидетельство о рождении в родильном доме ЦРБ и попросил соответствующие службы проработать этот вопрос. В продолжении темы. К сожалению, не во всех сельских поселениях есть аптечные пункты. Этот факт доставляет немало неудобств жителям Егерухайского, Ходинского, Дмитриевского сельских поселений. Этот вопрос находится на личном контроле у Заура Хамирзова. По словам заведующего ЦРБ Заура Хашева, в ближайшее время начнется реализация лекарств в ФАПах. Далее, руководство района поинтересовалось, как проходят подготовительные работы к сдаче ЕГЭ, на что начальник управления образования Асят Берзегова заверила присутствующих, что все идет по плану. В связи с ранним аномальным потеплением начальник управления сельского хозяйства Заур Самогов выразил обеспокоенность ранним появлением клещей, а также доложил об обстановке в аграрном секторе района. На совещании были рассмотрены и другие немаловажные вопросы и были даны поручения соответствующим службам к их выполнению. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, новости Кашхабского района.